клубу юнатов «Снегирь» 20 лет. За эти годы руководителями были Василий Залуковский, Роза Жайнурова. Сегодня клубом руководит Ирина Остапенко. Для детей она проводит игры, викторины, конкурсы. Ребята любят мастерить поделки своими руками. Юнаты защищают свои научные работы на этологических конференциях в зоопарке города Екатеринбурга. Юнаты знают, что ухаживать за животными непросто. Правильное кормление – залог долгой и здоровой жизни любого зверя и птицы.